Сегодня мы проводим первенство Гомельской области среди юниоров и юниорок 2004-2008 годов рождения. Данные наши соревнования являются отборочным этапом на первенство Республики Беларусь, которое пройдет на следующей неделе уже в городе Могилеве. У рамках першинства 109 дзюдаистов из разных городов Гомельщины продемонстрировали высокое техничное майстерство и волю до перемоги. По выниках споборництва у первое место заняла команда с Гомеля, другое у Гомельского района, а на третьем спортсмены с Ельску. Сёлета финальный этап пройдет у Могилеве 14 соковика.